Проснулись и опасны. Эксодовые клещи охотятся на югорчан. Сезонная активность паукообразных особенно заметна в апреле, мае и июне, а снижается их интерес к человеку лишь в сентябре-октябре с наступлением более холодной погоды. Сейчас же высока вероятность быть укушенным. К примеру, в ОКБ Ханты-Мансийска с начала эпидсезона обратились более 30 человек. Среди пострадавших от клещей вакцинированы лишь 8. Специалисты напоминают, что самым надежным средством защиты от клещевого энцефалита является вакцинация. В данный момент в окружной клинической больнице предлагают экстренную вакцинацию или ревакцинацию. Также важны меры предосторожности при посещении леса, дачи или пригородных зеленых зон. Нужно использовать специальные репелленты, проводить самоосмотры и проверять домашние животных. При обнаружении клеща на теле его необходимо максимально быстро, но аккуратно снять, медленно выкручивая, а затем обратиться за медицинской помощью для получения экстренной профилактики. Паукообразное надо принести на исследование. Клещи могут быть переносчиками энцефалита, болезни Лайма, а также рикетсиоза.